устали играть в догонялки с зарплатой? Догоним! Отличные наличные, займы до зарплаты. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают сотрудники ОМОНа. Отряд «Мобильный» особого назначения – это спецподразделения Росгвардии, которые выполняют опасные задания, включая захват и ликвидацию вооруженных преступников, силовая поддержка патрульных групп городской полиции, дорожных постов ГИБДД и пресечению преступлений террористической направленности. Помимо обычных сотрудников в ОМОНе служат и четвероногие бойцы, которые направлены на поиск и обнаружение взрывчатых веществ. Видишь? Давай, девочка. Хорошо, молодец, ищи, девочка. Не трогай. Ай, молодец, держи. На сегодняшний день в ОМОНе Тувы проходят службу два специалиста-кинолога со служебными собаками. Это немецкая и бельгийская овчарки. Пума – победитель соревнований в Сибирском федеральном округе среди ОМОНа. Проходили соревнования в Сибирском федеральном округе. Мы там участвовали. Участников было всего было по минно-розыскной деятельности. Больше 20, а именно ОМОНовцев было 11. С разных регионов. И мы там заняли третье место среди всех. Это с военным и вместе. И первое место среди ОМОНа. Лично для меня это большое достижение. Для того, чтобы работать с животными, сотрудник должен обладать некоторыми чертами характера, например, сдержанностью. Где-то нужно бывает проявить хладнокровность, а то и настойчивость и ласку, хорошо, говорит напарник Пумы Буян Чоду. Все сделаем, чтобы поиграть. Молодец, хорошо. Хочешь, давай еще, давай еще. Второй немец по кличке Дунай. Несмотря на то, что ему чуть больше года, он уже выполняет задания своего наставника. Ведь продуктивная работа собаки зависит от профессиональности своего наставника, специалиста по дрессировке и воспитанию собак, то есть кинолога. От его подхода и, конечно же, от самой собаки, от ее предрасположенности к подобному роду деятельности зависит общий исход совместной работы с человеком. Сидеть. Месть. Хорошо, кушай. Молодец, хорошо. Свой профессиональный праздник кинологи ОМОНа, впрочем, как и все другие дни, проведут вместе со своими четвероногими напарниками. Каждый день собаки ОМОНа выполняют свои служебные обязанности на совесть, так как от их профессионализма зависят человеческие жизни. Минсельхоз Тувы провел комплексную проверку в рамках исполнения поручения главы Тувы по приведению в надлежащее состояние скотомогильников, расположенных на территории муниципалитетов. Задача была поставлена после того, как в августе 2018-го в одном из животноводческих хозяйств Барунхемчикского района был ликвидирован очаг сибирской язвы. Как сообщили в министерстве, комиссия обследовала 97 скотомогильников. Наибольшее количество мест захоронения зарегистрировано в Дзунхемчикском районе, 12 и в Кызылском районе, 10. Действующими являются 62 скотомогильника. Служба ветеринарного надзора предлагает на начальном этапе реконструировать 7 скотомогильников. Еще по 22 объекта внесено в предложение передачи их в государственную собственность. Некоторые действующие места захоронения необходимо приводить в соответствие с ветеринарно-санитарными требованиями, утвержденными Минсельхозпродом России. Ликвидация неиспользуемых скотомогильников будет проходить по специальному порядку. Его проект разработан и внесен на рассмотрение заинтересованных ведомств. Как сообщает Минсельхозпрод Тувы, дорожная карта по приведению в надлежащее состояние скотомогильников уже разработана. Совместно с муниципалитетами предстоит реконструировать или закрыть действующие объекты, построить новые места захоронения. Эта работа позволит обеспечить экологическую безопасность муниципалитетов за счет полной утилизации биологических отходов, образующихся в процессе хозяйствования, а также минимизировать риск возникновения заразных заболеваний.
Тува этой осенью должна направить 656 человек на военную службу. Такую норму для осенней кампании определили штаб Центрального военного округа. По данным военного комиссариата Тувы, весной на военную службу направили более 600 человек. Весной на призывные комиссии Тувы вызывались более 1600 человек. В результате от призыва были освобождены 197 человек, около 800 получили отсрочки по различным причинам из-за обучения или по состоянию здоровья. Во всех муниципалитетах работали городские и районные призывные комиссии под председательством глав муниципальных образований. С их участием и прошло республиканское совещание по подведению итогов призывной кампании. Среди проблем учетной призывной работы отмечается ненадлежащий уровень военно-патриотического воспитания до призывной молодежи. В первую очередь это необеспеченность общеобразовательных учреждений комплектами учебно-материальной базы по основам военной службы и квалифицированными учителями ОБЖ. Также стоит вопрос нехватки врачей в районных лечебных учреждениях. Районным военкоматам поручено организовать эффективное взаимодействие с органами местного самоуправления и правоохранительными структурами для качественного проведения осенней призывной кампании и гарантированного выполнения нормы призыва граждан на военную службу. Осенняя призывная кампания проходит с 1 октября по 31 декабря 2018 года. Тува улучшила показатели в рейтинге регионов по легализации неформальной занятости. По итогам 9 месяцев текущего года регион поднялся с 65-й позиции на 43-ю. Речь идет о фрилансерах, это фотографы, видеографы, также ведущие различных мероприятий и работодателях, владельцев салонов красоты, автосервисов, строительных компаний, центров развития детей. По данным мониторинга можно сделать вывод, что в каждом внебюджетном секторе экономики присутствуют неформально занятые работники. Именно этим снижением неформальной занятости, легализации трудовых отношений достигается значительный источник, от которого зависит как объем услуг, оказываемых за счет бюджета, так и размер зарплаты и пенсии граждан. В свою очередь, работа по снижению такой занятости проводится как на региональном уровне, так и на муниципальном при взаимодействии с Минтрудом Тувы, МВД, Пенсионным фондом, Налоговой службой, прокуратурой и Фондом соцстрахования. Напомним, что административная ответственность работодателей в части неоформления или ненадлежащего оформления трудовых отношений с работником ужесточена и влечет наложение штрафа на разных должностных лиц от 1 до 100 тысяч рублей. И о курсах валют. Доллар стоит 65 рублей 22 копейки, евро 75 рублей 23 копейки. Георгий Дронов, Андрей Кайков, Галина Данилова и Эдуард Радзюкевич в комедии «Любовный пасьянс» 16 октября в Национальном театре. Травы Тувы сохранили рецепт пантового бальзама «Бойдус». Мы улучшили вкусовые качества путем добавления ягод и ароматных трав, сохранив при этом все полезные качества, которые дарует нам природа. Консервантами являются сахарозаменитель и сахар. С бальзамом «Бойдус» всегда красота, положительная энергия и сопротивляемость к невзгодам. Продукт пастеризован. Магазин «Травы Тувы». Чульдум 44. Овавиол. В Туве местный житель предстанет перед судом за покушение на убийство сожительницы. Региональным следственным комитетом завершено расследование уголовного дела по обвинению 30-летнего ранее неоднократно судимого жителя села Сараксеп Кахемского района. Совершение преступления, а именно покушение на убийство, совершено с особой жестокостью. Следствием собрана достаточная доказательная база. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. По версии следствия, 31 марта текущего года около 20 часов между обвиняемым и его 26-летней сожительницей возникла ссора в ходе совместного распития спиртного. В ходе ссоры мужчина плеснул на одежду женщины спирт, после чего поджег ее. Таким образом, преступными действиями обвиняемого потерпевшего был причинен термический ожог около 60% тела, что расценивается как тяжкий вред здоровью. Преступный умысел обвиняемого на покушение на убийство сожительницы, совершенный с особой жестокостью, не был доведен до конца по независящим от него обстоятельствам, поскольку женщине была вовремя оказана квалифицированная медицинская помощь. Yeah.
Управлением Роспотребнадзора Тувы усилен контроль за соблюдением температурного режима в социальных объектах в связи с наступлением сезона простуды и холодного периода года. Руководителям объектов необходимо обеспечить ежедневный контроль за температурой воздуха в помещениях. Напомним, что в случаях нарушения требований Санпина применяются меры административного воздействия. Требования к температуре воздуха в медучреждениях, в частности в операционных, послеоперационных, реанимационных палатах должны составлять в среднем 21-24 градуса тепла. В послеродовых палатах с совместным пребыванием ребенка и палатах для недоношенных, грудных, травмированных, новорожденных 23-27 градусов. В ванных залах, помещениях подогрева парафина и азокерита, лечебных, плавательных бассейнах 25-29 градусов тепла. В регистратурах, справочных, вестибюлях, гардеробных помещениях, выписки и буфетные, столовые для больных 18 градусов тепла. В игровых и приемных комнатах детских садов температура воздуха должна поддерживаться на уровне 21-23 градусов тепла. В спальнях, в залах для занятий музыкой и гимнастикой 19-20. Температура воздуха в учебных помещениях школ должна составлять от 18 до 24 градусов. В случае наблюдения температурного режима граждане вправе обратиться в Управление Роспотребнадзора. В рамках празднования Дня учителя Министерство образования и науки Тувы проводит республиканскую интерактивную акцию «Накпашкым. Мой любимый учитель». Принять участие в акции могут школьники, студенты, родители и учителя. Для этого необходимо сделать фото и видео с учителями, сопровождать их поздравлениями, размещать в социальных сетях с указанием хэштега «Накпашкым» или «Мой любимый учитель». В акции также могут принимать участие все, кто уже окончил обучение в школе, они размещают архивные фотографии. Обязательным условием участия в акции является указание мест, школа, вуза, города, района, а также фамилия, имени и отчество учителя, представленного на фото или видео. Размещенные в социальных сетях материалы автоматически попадут на интерактивную ленту акции «Накпашкым. Мой любимый учитель» на официальном сайте Миноборнауки региона, а также на официальных страницах в социальных сетях, Facebook или ВКонтакте. Республиканская интерактивная акция проводится с 1 по 8 октября. Привет, Кызыл! От всей души приглашаю вас 16 октября в Национальный театр Республики Тыва на нашу зажигательную комедию «Любовный пасьянс». Потрясающая комедия положений с ирландским акцентом заставит смеяться всех. Всех, кто, разумеется, 16 октября придет к нам на спектакль. Поэтому не пропустите, если хотите порадоваться и посмеяться вместе с нами. От всей души и искренне ваш Георгий Дронов. Все, мне на сцену пора. Этот же спектакль играем. Московский театр «Мюзик-холл» продолжает радовать своих зрителей очередными премьерами и открывает новый гастрольный сезон комедии «Любовный пасьянс», которая будет показана в Кызыле 16 октября в 19 часов на сцене Национального театра. Немаловажно и то, что организаторы привозят реквизит, декорации, костюмы, и поклонники драматического искусства смогут увидеть спектакль именно в том виде, в каком он идет в Москве. Отметим, что в основу спектакля легла пьеса современного драматурга Василия Захарова «Чужих мужей не бывает». Стоп, стоп, моя первая жена. Какая из них? Я в них уже запутался. Вот видишь, вспомнишь. Комедия положений с ирландским акцентом, так определяет жанр спектакля молодой режиссер Сергей Ефремов. Эта комедия сделает вечер незабываемым и подарит зрителям массу положительных эмоций и душевное вдохновение. «Заправляйся на радио» – по таким девизам проходит одноименная акция на радиостанции «Голос Азии». Ежедневно ведущие дарят своим слушателям по 10 литров бесплатного бензина от партнера АЗС «Сипродукт». После условного сигнала по радио участник отправляется на Калинина 27-1, где и расположена заправка спонсора. Кто приехал первым и назвал условно оператору фирменную фразу «Заправляйся на радио», тому и подарок. Главное условие акции – наличие фирменной наклейки радио. «Заправляйся на радио». Спонсор прогноза погоды «Отличные наличные». «Отличные наличные» – надежный партнер с многолетним опытом стабильной работы. Компания «Отличные наличные» рада видеть вас в любом из своих офисов и в более чем 80 городах России, от Камчатки до Калининграда. Переплата по займам такая маленькая.
совсем малышка. Отличные наличные, но очень маленькая переплата по займам. По республике облачно, местами небольшой и умеренный мокрый снег, местами сильные и очень сильные осадки, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, порывы до 15-20. В Кызыле переменная облачность, ночью небольшой мокрый снег, днем без осадков. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, порывы до 14. Температура воздуха ночью -1, +1, днем +9, +11. Переплата по займам такая маленькая. Совсем малышка. Отличные наличные, но очень маленькая переплата по займам. В новом номере еженедельника Тува ТВ-Инфо читайте. Кызыл выбрал главу города. Болезни, которыми чаще всего болеют жители Тувы. Тува не ограничивается лишь своими интересами в плане туризма. Видимо, кое-кому тяжело было донести мусор до контейнера. В Венгрии прошла презентация фильма о шамане из Тувы. Еще не во всех квартирах появилось отопление. Как быть? И еще много интересного. А также тибетский календарь, погода, сканворд, гороскоп, анекдоты, результаты розыгрыша лотереи, ТВ-программа, недвижимость в отдельном блоке и огромное количество объявлений. Если объявление, то Тува ТВ-Инфо.